Поднимайтесь! Скорее! Комендант зовет. Неужто вы и в самом деле Нострию спасете, как все говорят? К чему это ты? Об этом вам комендант Вальбер расскажет. Выходите из клетки, я вас провожу. А что, если я откажусь? Пойдемте. Вы ж знаете, комендант ждать не любит. Чем скорее прибудете в его приемную, тем скорее все узнаете. Скажу только, что новости для вас хорошие. Вам было в темнице сидеть. Чую, вы еще не раз добром об этом времени вспомните. За полгода, пока вы тут томились. Больно магистрат твит серьезно. Да уж понятно, последний. Из Крутиса никто не выходит. И то, что Децим сказал. Дворфы отказались нам дрова поставить. Бежали-то. Там повсюду снег и голодные волки. Внизу за горой, там батильские врата. Там в сундуке ваши вещи. Забирайте все, а то замерзнете насмерть. В темнице-то теплее, чем снаружи. Мамон по три поветрия моровое. Везде карантин. Свободный человек. Бастя, ты чего узников опускаешь? Дубина ты, Ларий. Не видел, что ли? Из самой Марцеллы гонец приехал. Я только взглянул. Ну вот знай, он привез приказ об освобождении от самого принца. Тревожно, господин комендант. Неладно что-то в нашей Нострии. На магофактории Мор. Столько суеты и из-за кого? Что вы вообще собой представляете, что я должен нарушать порядок в моей тюрьме? Мое имя Айвор, предводитель знаменитого отряда «Псы войны», если тебе это что-то скажут. Хм, ну-ну, слыхивал я и не такое. Как писал Флавий Острослов, ничто не ново в этом мире. Но вот таких писем за все 7 лет, что стоит, Круцис не получал. Принц Адриан приказывает вас освободить и направить в Марцеллу. Да не просто своим ходом. Вещи и золото вам вернуть и выдать скакуна. И зачитываю, снабдить охраной из солдат моего гарнизона. Безумие! Так, давно пора. Обезумел принц или нет, а слушаться его я не могу. Бастиан уже должен был вернуть вам ваши деньги и вещи. Если не украл, конечно. Эйстон, наш интендант, снабдит вас оружием. Золота у вас предостаточно. За охраной отправляйтесь к Децему. Он давно хотел от смутьянов избавиться, вот вы их и заберете. Советую еще псов приобрести. И что там еще его высочество желал? А, лошадь. Конюх Левит подберет вам какую-нибудь клячу. Вас понял, комендант. Чего еще? Я неясно выразился? Принц дарует вам освобождение. Охрану-то мне зачем? Вы полагаете, мне очень хочется перед принцем ответ держать, если вы сбежать надумаете, или вас волки сожрут? С тех пор, как люди бросили дома и скот на Альбийском Нагорье, их тут немало расплодилось. Принц Адриан желает вас видеть, и я должен обеспечить ваше прибытие в Марцеллу. Идите уже! Клавдий оказался сердобольным. Чего ты? Племя улоги. Ну где же эти шкуры волк? Что тебе надо, человек? Лопату, небось? И тебя теперь на конюшню поработать отправляют? Нет,
Комендант велел продать мне оружие. Да получше. О, предки мои, это зачем еще? С сегодняшнего дня я больше не узник. Освобожден высочайшим повелением нашего доброго принца Адриана. Клянусь рогами Мактиса. Впервые вижу человека, который покинет Круцис на своих двоих. Если золото у тебя водится, можешь купить себе обновку. Милости прошу. Ну, экипировкой Эйстон тебя не обидел. На Альбийском Нагорье выживешь. Ступай, человек. И да пребудет твое тело крепким, как кремень, а душа чистой, как горный хрусталь. Спасибо на добром слове, Эйстон. Ты тоже не хворай. Ну как, Лиса? Стой, что здесь делаешь? Почему без разрешения? Освободили. Комендант сказал, что ты обеспечишь меня сопровождением. Господин Центурион, это правда? Комендант получил письмо от принца и приказал выдать охрану освобожденному узнику. Хм, срода не бывало, чтобы такого преступника освобождали. Ну да ладно, отрежу тебе несколько смутьянов. А можно меня? Так хочется в тепло, в столицу. Нет, ты, Бастиан, недостаточно плох. Из тебя еще может выйти толк. Выдашь мне боевых псов? Бесплатно. Я тебе разве что пригоршню клопов могу судить. Я этих зверюг год натаскивал. Гони монету, получишь лучших псов Нострии. Псы войны. Звучит так знакомо. Они хороши? Стражники у нас, может, и не самые отборные, зато бойцовые псы злющие, как наш комендант. Не пожалеешь о потраченном золоте. Ты умудрил. А, это вы. Вы отравили мерзавца Клавдия. Рад встрече. Вообще-то я не... Не скромничайте. Вы сделали великое дело, и история вас не забудет. Ты, похоже, не в себе. Лошадь-то мне сумеешь выдать? Лошадь? Всего лишь? Не сомневайтесь, я дам вам лучшую. Садитесь скорее. За полгода позабыли, наверное, как ездить верхом. Можете ехать. Впрочем, погодите. Что такое? Хотел бы дать вам совет остерегаться тюремных големов. Ну, как за новый Тирен заедете? Големов? Что они делают за стенами тюрьмы? Да, маг Россум их увел завал расчищать. Силы у них немерено, а ума совсем мало.
Они же не знают, что вас освободили. Увидят, вам не сдобровать. Будете проезжать южные руины, найдите командира отряда лучников Анселя. Королевский гонец говорит, этот отряд будет дан вам в сопровождение. Надеюсь, пока вы до них доберетесь, они уже поймают мародера, который разорял брошенные дома. Странно, что старик Беренгарий не превратил этого мародера в цыпленка. Этот Беренгарий тоже будет меня сопровождать? Это уж как его магичество пожелает, я ему не указ. Может, и в самом деле захочет вернуться из наших холодных краев в теплую башню магов. Садитесь, садитесь. Коня я вам самого лучшего подобрал. Смирный, послушный. Стоит как вкопанный, скачет как ветер. А уж умный, где хочет вас отыщет. Только позовите. На дворе лето, а здесь как будто никогда не заканчивается зима.
А руки-то ему зачем отломали? Полезная вещица. Поищу что-нибудь подходящее. Эй, вы! Идите сюда! Вы из Круцеса? Чего кричишь? Вы из Круцеса? Скорее к нам! Беда! Бежим! Не люблю бежать, сломя голову. Что там? Я из лесорубов. Мы простые дворфы, честные. Потихоньку валим лес, дрова поставляем в Круцес. Люди-то ушли из долины. Остались только мы да несколько человек из местных. Штейн у нас главный. И вот у нас в деревне появился Люпин, человек из Ригерна. Стал воду мутить, оставшихся людей-охотников подбивать на лихие дела. И вот люди Люпина власть в деревне захватили. Штейна связали, как бы до кровопролития не дошло. Приютили по доброте душ. Помоги нам! Скорее бежим! Ты не из простых. Ты тут свои порядки не наводи, Люпин. Каково в лес кликнешь, таково и откликнется. О, Люпин, смотри, это наш человек. Из узников Круцеса. Еще одна жертва Клавдии Вальбера. Ты вовремя. Твоя помощь сейчас ой как понадобится. С чего это мне влезать в вашу ссору? Ты человек, а тебя это тоже касается. Дворфы-лесорубы хорошо живут. На подачках из крепости от Вальбера будь он не ладен. А нас, местных охотников, обижают и угнетают. Только я, Люпин, дал им надежду на справедливость. Неужели ты не помнишь, как в тюрьме обращаются с узниками? Я служил у Вальбера, пока не сбежал. Я все видел. Там большинство гниет заживо. И не за разбой или убийство. Просто слово против этого пи... И что вы решили за обиды на короля накостылять дворфам? Мы решили захватить Круцес. Мы возьмем крепость измором. Лишим их поставок еды и дров. Но дворфы нам перечат. Придется надавать им по загривкам. А дальше мы уже отомстим Вальберу за все обиды. Иначе тебе придется пролить нашу человеческую...
Скоро мы вздернем Бальбера. Уверен. Лес о павшем дереве не плачет, об умершем только человек грустит. В лесу же просто белка скачет, и бронзы игл зеленых шелестит. Ха, это ты к чему? Как жаль, что дошло до драки. Люди этой земли и без того немало страдали. Жаль наших охотников. Да ладно тебе, старик! Как говорят у нас у дворфов, лес рубят, щепки летят. Избавились от смутьянов, теперь заживем. Может, я смогу на жилу напасть? Тогда еще и шахту заложим. Красота! Спасибо вам, добрый человек. Мне вас отблагодарить нечем, но тут неподалеку мой дядька живет. Он за нас всех вас задобрит. Сходите к нему.
поищу что-нибудь подходящее. Это кто там еще пожаловал? О, ты как помог на этих бесноватых охотах. Спасибо тебе, добрый человек. Да разогнал горстку оборванцев. Чего такого? Лестер просил тебя отблагодарить как-то. Вот, возьми, пожалуйста. Чем богаты, тем и рады. Поищу что-нибудь подходящее. Големы выглядят крепкими. Может, поискать их хозяина?
разгадать такое? Я же не маг. Разгадать такое? Я же не маг. И не таких побивали. Теперь надо найти Анселя.
Что это? Какой-то охранный знак? Батильские врата налево, а справа за домами видна башня мага. Ворота в городок сломаны. Здесь давно никто не живет. Здесь все заброшено. Холодный ветер. Больше тут никто не живет. Когда-то здесь кипела жизнь. Зря они здесь поселились. Древние изваяния. Они хранят какую-то тайну. Начну заново.
хвала Создателю. Меня услышали. У тебя получилось решить загадку портала. Значит, ты определен... Бывший узник. Моих. Хотя они и плохо меня слушают. Утренняя звезда. По классификации каталога Моргис, мое и теперь я многое знаю. Поторопись. Руны должны быть напитаны силой. Здесь, в башне, я кое-что могу. Но, дух, если бы моих сил... Уважаю твою смелость, Беренгарий. Но все же зачем? А ты уверен, что люди когда-нибудь захотят... Мне здесь не пройти. Арго, Вирес и Маго. Ну и словечки. Арго, Вирес и Маго. Арго, Вирес и Маго. Так, да? Арго, Вирес и Маго. Сила охранных рун лишила духа тьмы части его сил. И я уже рассказывал тебе о его... Необходимо остановить это бесч... Я магом, меня бы уже не было.
О, дорога перекрыта солдатами принца. Мимо не проскользнешь. Благодарю тебя. Теперь я смогу продолжать свои исследования.
Как думаешь, мы... Стой, кто идет? А, это вы! Наконец-то! Пока вы гуляли, мы успели мародера поймать. Как он сюда проник, ума не приложу. Но с этим пускай Вольвер разбирается. Наше дело — сопроводить вас к Батильским вратам и передать дальше. Вот даже как. Да смена... Ну ничего, у нас... Как будете готовы, дайте мне...